Высокие технологии. Хай-тек. Всякий уважающий себя геймер знает, каждый момент игры, когда не контролируешь свой аватар, можно считать потерянным. Но не всем и не всегда везет, и навык далеко не сразу становится автоматическим. Константинос Милтиадис, студент Цюрихской высшей политехнической школы, разработал так называемый виртуальный цифровой аватар. Названа его разработка Project Anywhere. И она составит службу геймерам, которые будут играть, находясь на разных континентах, но в одном и том же виртуальном пространстве. Один из важных аксессуаров – особые перчатки. Они сделаны из материала, который может быть создан с помощью принтера 3D. Есть гибкие сенсоры, есть гироскопы, устройства, способные реагировать на изменение углов ориентации тела. Есть также цифровой компас. Вместе с гироскопом установлен и акселерометр. Все, что сегодня нужно для игры, по мнению юного разработчика, это iPhone, упомянутые перчатки, пластиковая маска и соответствующее программное обеспечение. Мы говорили о передвижении во время игры. Вы контролируете аватар постоянно. Наша разработка предоставляет такую возможность. Интерактивность вам дается во время течения сюжета игры. И мне кажется, что эта новинка заинтересует геймеров. Константинос Милтиадис отмечает, что не хочет пока распространять свое ноу-хау на коммерческой основе, а мечтает предложить его Музею научной фантастики в Вашингтоне, который отнесся к этой идее весьма благосклонно.